Егор Борисов принял участие во втором всероссийском географическом диктанте. Напомню, проверить свои знания по предмету смогли все желающие накануне. Как отметил глава Якутии, он справился со всеми вопросами диктанта раньше отведенного времени. А сам процесс прохождения теста доставил ему большое удовольствие. Следует отметить, что по количеству площадок республика в этом году является абсолютным лидером в стране. Было организовано 658 площадок во всех уголках Якутии. Для сравнения, в республике Башкортостан организовано 103 площадки, в Москве действовало всего 53. В вопросы нынешнего диктанта были включены географические объекты нашей республики – река Лена, город Тикси и город Якутск. Официальные итоги диктанта будут подведены 25 декабря текущего года. Вот начиная с 2015 года республика у нас активно участвует в этом диктанте, и такая, ну, тенденция возрастающая. И в этом году хочется отметить, что наш регион, Республика Саха-Якутия, из 1700 площадок по России, значит, 658 площадок – это в регионе Якутии. Сегодня присутствовал глава республики Егор Афанасьевич Борисов. Надеемся, что эта акция будет дальше продолжаться, она очень интересная. Ребята, участники диктанта, для себя что-то открыли, для себя что-то еще раз сказали, что да, я это знаю –